Всем привет, ребят! С вами Аурум и Степа! Степа, помахай ручкой. Помахай. Блин, он отвлекается уже на игру. Вот, смотри, ребятки, вот. Вот, ребятки, и там тоже ребятки. И тут, и там. Всем привет, ребят! Короче, я обещал, что мы выпустим этот видос. Мы это сделаем, но я подумал, блин, самому так скучно. Тем более, мы чилим со Степой целыми днями, чилим, тусим. Да, да. И, блин, почему бы не открыть вместе сундуки, да, Степа? Скажи «да». Скажи «да». Пока стесняется. Короче, Ребзи, он уже настолько большой, что может спокойно, наверное, даже сам открывать, но я не знаю, как это получится. Давайте так, я сейчас покупаю самые большие за 24,99. Ну, во-первых, еще раз. Абсолютно чистый аккаунт у нас, да? Чистый, свеженький акк. Тут только Шелли выбита. И интересно, что будет, если мы купим вот эти все акции. Я постараюсь все, пока Степе будет интересно. Если вдруг будет неинтересно, он найдет. Вот, поэтому начинаем покупать самого большого. Да, вот этот большой. Ребятки, обязательно код Аурум нужно было ввести, нет. Блин, я не ввел код Аурум. Вы введите обязательно код Аурум. Степа, скажи код Аурум. Код Аурум. Это значило код Аурум. И подписывайтесь на влоговый канал обязательно тоже. И на Инстаграм. Мы там много стекол выкладываем, да? Да. Ребятки, для того, чтобы получить все эти акции, точнее, нет, не все эти акции, одну вот эту акцию за $25, вам все, что нужно сделать, сейчас подписаться на канал, поставить лайк, ввести код Аурум в магазине, а также перейти в мой Инстаграм, там подписаться и под последним постом оставить комментарий, там я с Кока-Колой. Ну и еще подписаться на два моих канала, это реакционный и влоговый. Все подробности в описании. Все, а ну-ка, пробуем. Ну, Степа, попробуй. Ух ты, ух ты! Роза! Степа, ты выбил первую розу. Давай сам, я ничего не делаю, давай. Ну сам, попробуешь? Давай. Ну давай. Нажимай. Давай. Нажимай. Хопа, она еще. Не стесняйся. Да? Давай. Ты стесняешься. Давай. Раз. Роза. А ну что тут? Тут Эль Примо. Классно. Лёха, давай сам. Чик. 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 Ой. Чик. Чик. Потому что оно без звука, поэтому тебя это смущает. Опа. Музяка. Пошла музяка. Ну ты же любишь музычку. Давай, нажимай. Стеснёшечку. Нравится. Ему очень нравится, но он стесняется. Он одобрение мамы, там мама стоит. Ух ты, а ну-ка. Рико. Ой, вот это он сам, смотрите, я ничего не делаю. Смотри, ничего не делаю. Давай, давай, а ну-ка, сейчас выбивай. Нажимай. Видели, я ничего не делал, он сам. Давай еще, опа, опа, давай еще. Нажимай. Пацаны, много лайков. Опа! Я ничего не делаю, реально, смотрите. Давай. Как он это делает, я не могу понять. Он держит за краешек и открывает. Давай, молодец! Когда Лего будет, надо кричать. Так, дальше. Как он это делает? Покажи, где его маленькие пальчики. На краешке. Прям на краешке. Опа! А ну давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец! Да? Лего выбьешь сейчас, папки? Папке нужно Лего. Так. Опа, сейчас что-то будет. Поко! Это Поко. Ты пролистал такой, типа, неинтересно, да? Ну, давай дальше. Давай, давай. Смотрите, не нажимаю, без рук вообще. Давай, давай. Опа, молодец. Давай еще. Боже, он таким спокойным вообще когда-то бывал? Он никогда таким спокойным не бывал. Кстати, он теперь реально понимает, да? Понимаешь, что ты нажимаешь, давай. На маму смотрит, тебя одобряет или нет? Чтобы вы понимали, я покажу вам маму. Вот так, вот здесь мама. Опа. Так, да. Классно, давай, давай. Так, сколько у нас еще осталось, Степа, не знаешь? О, это все, блин, ну ничего. Давай мы сейчас купим
Вот эти три еще. Хопа. Опа, много, большим, много пальцев нажимай, такой раз. Ну давай. Ава! Ой, ты притыкался уже, да? Ты притыкался? Так, все, сын Холдика. Даня, мы уже можем батлить. Ну, почти. Эй! Так, лайк, если ждешь батл Степа и Дани. Степа уже молодец, смотри, я вообще ничего уже не делаю, он сам. Так, только ему сундук я не устаю покупать. Так, блин, ну по сундукам что-то пока маловато, ничего такого не выберет. А, давай, я забываю сам отправлю. Опа, 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 опа. Молодец. Так, ну что еще? Давайте посмотрим, что у нас. У нас пока не очень там как-то получилось. Такие себе сундучки. Вот еще за 49 гемов. Давай вот это. Так, да. Вот, да. И теперь вот так. Давайте помогу. Опа. Давай. Хоп. Давай легу. 5. Что-то вообще ничего не падает, ребят. Вообще не знаю, что за фигня. Нажимай. Реально понял, что нужно нажимать. Прикинь. Как ты делаешь, малыш? Как ты это делаешь? Давай эпический набор. Или давай грифа. Мы можем грифа купить. Давай. Грифа, нажимай. Нажимай. Оп. И вот сюда. Опа! Гриф! Классно! Балдежно, такой красивый. Реально, игра создана, вот целевая аудитория. Все такое красочное, он так втыкает. Вообще красота. Вообще шокирован немножечко. Ну что, давай еще чуть-чуть. Давай еще. Блин, мы просто ничего нормального толкового не выбили. Нам надо что-то толковое выбить, Степа. Ты согласен? Давай чуть-чуть задоним еще. Например, 360 гемов, да? Ребят, если хотите видеть почаще открытие сундуков со Степой, может, какие-то интересные, то просто все зависит от вас. Много лайков, код введенный. Блин, я понял, почему ничего не падало. Ничего не падает, потому что код не введен. А ну, Степа, нажми вот. Нажми вот, чтобы точно все. Фартовая ручка. Хоп. Все. Ну вот поэтому ничего. Смотри, вот реально. Ну ничего тупое. Грифа мы купили. А вот сейчас за 387 гемов смотрите, что будет падать. Так, давай, Степа. Я начинаю, ты заканчиваешь. Погнали. Так, 5. Пока ничего. Ой. Ух ты, самое быстрое открытие в мире. А ну давай еще. Так, 5 опять. Давай. Нажимай, нажимай. Ты не бойся, никто тебя ругать не будет. Он такой вообще, что такое одобрение мамы. Где мама? Можно так делать или нельзя? Можно. Давай, 5. Да блин, что за аккаунт? Капец, ну код же ввели. Может лайк, может кто-то не подписался? Степа, спроси, кто-то подписался или нет? Может кто-то не подписался? 5. Да блин, ну ничего не падает. Как так? Я не знаю, что еще донатить? Аня, еще донатить? Аня говорит, выгонит сейчас с дома обоих. Ну, Степочку не надо, пожалуйста. Я шучу, конечно, такое не говорит. Она говорит, выгоню только Степочку. Это шутка, это опять шутка. Ну, ребятки, короче, Степе надоело. Я не знаю, аккаунт реально странный. Давайте так, набираем 30 тысяч лайков под этим видео, и мы попытаемся на этом аккаунте опять что-нибудь открыть. И назовем вообще аккаунт Степа. Как вам такой вариант? Степин аккаунт. И будем на нем тупо делать путь Степы. А? Как вам такой вариант? Я думаю, реально год. Ну просто здесь вообще ничего не выпало. И будем тупо по фулу качать аккаунт Степы. И Степа будет всех на 35-й ранге апать. Как вам эти? Да? Все, а это сейчас ему надоело, и он хочет требовать приключений. Ребятки, подписывайтесь обязательно на наш логовый канал, там много-много вложиков выходит новых на Инстаграм, и вводите код Аурум обязательно. И, кстати, вот эти акции, ребят, вот эти акции, вы можете все их получить, поучаствовав в конкурсе. А конкурс, напоминаю, Инстаграм, последний пост, оставляйте комментарий, подписывайтесь на все каналы, в общем, условия в описании к этому видео. Всем heavy metal! Супермен! А вы видели, кстати, Степа сам стоит. Я не держу его, смотрите, тупо сам. Вот, видели? Видели? Хвастаюсь своим сыном. Да, классно! Ух ты! Он такой сосредоточенный, на шутке такой. Вообще! Ему очень понравилось. Очень понравилось. Нам классно понравилось, сильно нам понравилось, да? Сильно понравилось.